Здравствуйте, я Сакович Игорь Александрович, 1974 года рождения, работник УАО «Гродно Азот», цеха «Анон-2». Стаж 26 лет в цехе «Циклогексанон-2». Занимаю должность аппаратчика 6-го разряда гидрирования. Я не хочу терпеть то беззаконие, которое происходит в нашей стране, то, как бьют, унижают людей, относятся сейчас в данный момент к студентам, к медикам, учителям и ко всем остальным спортсменам, которые во всем мире защищали нашу честь, достоинство нашей страны. Больше всего мне стало обидно за 26 число, когда наши ребята, то есть когда рассказывал мне мой друг о том, что ему в затылок автоматом гнали на работу и приговаривая, иди скотина на работу. Ребят, которые попали в автозак, их били и при этом говорили, что вы наш корм, что вы до сих пор будете по-любому работать, мы вас заставим и будем бить, а нам за это ничего не будет. Это уже ниже любого достоинства, чтобы ходить на работу. Я не считаю работу выше чести, слова человека или еще что-нибудь. Я считаю, что работа – это не самое важное в нашей жизни. А остаться человеком – это куда выше, а не скотом. Идти на работу, опустив голову и знать, что тебе в затылок дубинкой гонят. И тебе в спину говорят, что ты скотина, ты должен работать на нас. Это унижение. Так как наших ребят уволили с работы ни за что, нарушая все законодательства. В других цехах так же самое. Я считаю, что мой долг присоединиться к этим ребятам. Я также написал заявление, и с этого числа я также само ухожу в стачку. Я не хочу больше работать, обеспечивать, платить налоги, чтобы за эти мои деньги покупались снаряды, пули и все остальное, для того, чтобы расстреливать мой народ. Я не хочу.